Она вон там! Подстрели ее! Посвети мне! Вот она! Я за тобой. Но в вертолет садиться нельзя. Просто поверь мне. Прошу, поверь. Беги! Thank you.
слишком опасно! Рот! Проклятие! Ничего не смогу.
Прости меня, Лара. Прости. Ты все сможешь. Ты ведь Крофт. Нет. О, Боже. Как ты, Лара? Как она? Ну да, бедная Лара. Что, забыла, из-за кого мы вообще здесь? Это нечестно, Рейс. Ты права. Зря я так сорвалась. Просто... Рот. Не знаю, как мы теперь без него. Давайте перенесем его в подходящее место. Он погиб как воин. Похороним его как воина. Старый катер на берегу. Надо его починить. Попробуем. Не получится. Нам не покинуть этот остров. Да ладно, Лара. Что ты такое говоришь? Мы все обдумаем. Все вместе. Разработаем какой-нибудь новый ты план. Ты не понимаешь. Никто не понимает. Оно не выпустит нас отсюда. Оно? Лара, тебе нужно поспать. Я всегда первым признаю наличие аномалий. Но этот остров – одна сплошная аномалия. Я здесь не сдохну! Ремонтирую катер, и мы убираемся отсюда! Ты же знаешь, что здесь нечисто, Иона. Я уверена в этом. Я знаю, что логика не поможет нам понять это место. Ты считаешь, что интуиция – это слабость, но это сила. Доверься ей. Ты нужна нам, Лара. Верзила прав. Я не могу пока уйти. Мне нужно время. Ты знаешь, где мы. Приходи, когда будешь готова. Мы никуда не уйдем без тебя. Держи при себе. Что же мне делать? У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Никто не уйдет. Эти бури, они как-то связаны с Императрицей Солнца. Это она нас не отпускает. В монастыре есть ритуальный зал. Если штормовые стражи охраняют именно его, то ключ к загадке бурь именно там. Тайный вход со стороны реки. Я поплыву на нем вглубь острова к ритуальному залу.